Прикол в том, что ему надо и разархивированные файлы, и заархивированные. Поэтому лучше я тебе скину 12 гигов, но типа, когда ты скинешь, то все будет сразу работать. А ты уверен, что оно будет работать? Да. Типа вот я сам недавно заходил. А, кстати, когда будешь первый раз заходить на промоцию... Ой, ёб твою туту, ебучий насрал, бля, видел там авария? Да, да, да. Где реклама? В смысле, на сайте даже ссылку даже могу скинуть. А хотя не, не, не. Я скину. Да, все, скажем, а будет свет неправильно лежал. Поехали. Так, я какой? 45? Там офиг, я что ли? Рядом с компанией поворачиваем налево. Круиз 50. Нас с каждым тормозим. Поверните налево. На, спасибо, красавчик. Держитесь левее, затем поверните налево. Привет, пока. Снижай, снижай, видишь впереди что за? А, весело, да. Снижаем, вернее, даже прям вообще останавливаемся. Останавливаемся. А мы там проедем? Не, не проедем. Сейчас останавливаемся, ждем. Как вот этот вот диль, а, извиняюсь, человек проузет. Репорт кинь, блокинг. Его уберу сейчас. Где Саня, да, когда он так нужен? Сигнали. О! Продолжаем движение. Добро пожаловать в 60. Вот именно поэтому сбрасываем круиз до 60. Нет, плавненько. Давай. А чё, нет, всё, вот, всё, уже будет. Он бы сейчас там... Фанак! Сбрасываем круиз до 50, и обратно проходим прямо. Что у вас тут происходит? Это называется... Так, нет вроде... Даже ничего не изменилось. А что-то должно измениться? Ну, если у тебя... монитор поддерживает, то должно было. Колония попутка, почему не говорите? Ты пизда. Так, притормаживаем. Объезжаем лагающую попутку. Кто кого объезжает еще? Кому он влево, вправо? Нет, он... Ладно, прикачи, едет. Воу! Его прицеп просто... Продолжаем. Я целый? Нет. Я тоже. Ты полетел, я тебя зацепился и с тобой вместе полетел. Продолжаем движение и круиз 70. Тогда план Б, Тарань. Если она меня подрежет, я ее затараню. Давай попробуй. Да! Что там было? Боги! Что случилось? Да ты лагаешь, ты невозможно. Так я и 40 метров. Я ехал нормально. Ты остановился такой, а уже врезался, улетел, и потом ты улетел, короче, дальше. На бабочке берем правее, первый съезд проезжаем прямо, на втором съезде кольцо спускаем, а, поднимаемся наверх. Куда ты? Ты же видишь, нету ни одного из твоего. Я еду 70, просто говорю. Я даже завести с ним. Замыкающий, разреши вставить у нас? Давай. Воспользуйся ситуацией.
метров есть 50. Увидим. Как раз там устанавливаемся. Т-образно проходим прямо. Поверните направо. Я даже говорить ничего не буду, но... Есть тебе смысл 6 часов говорить. Япон на матч. Получил. Такого леща хорошего. 7%. Развязку проходим прямо. Потому что там двойная сцепка, у него второй прицеп по твоей траектории поехал. Ну это мне. Держитесь правее, затем круиз. Поверните направо. Берем правее, на развязку спускаемся вниз, а то обратно поворачиваем направо. Еще было! Направо. Че там? Авария, стоп. Че случилось? Вообще не понял, просто ехал, влево улетел. Сейчас, за знак зацепился, наверное. Я в метре от него проехал. Макс, ты прикол хочешь? Нет. Тут у меня Шкода попыталась ускорить, короче. Безуспешно. Навязка, которая 70. Смотри, правее пальцы. Как со столбом встречается? Да нормально, я его объехал. Ты на море? Нет, наверное, не должен быть. Возможно, это понять. Положение. Поверните направо. Как раз мы останавливаемся. От обратно поворачиваем налево. Хреново, что на перекрестке. Спасибо.